Хороший, напряженный, довольно равный матч. Ребята старались, были моменты для взятия ворот хорошие во втором периоде и в третьем периоде, но вот, к сожалению, соперник забил на один гол больше, а так ребята молодцы, выдали такой боевой с характером матч. Расцениваем эту серию с 4 игр с сервисом как мини, для нас мини-плей-офф, потому что ни разу мы не играли 4 игры подряд в этом сезоне с одним соперником, поэтому готовимся к завтрашнему матчу. Это одна из тех игр, которая бывала не часто в сезоне, когда медведи имели преимущество по броскам в створ. Да, мы просили ребят перед началом игры, чтобы максимально нагружали вратаря соперника бросками. Прекрасно знали, что соперник действует в таком ключе. Это набросы, это пытаются вылезти на ворота. Поэтому необходимо было не уступить и также, в свою очередь, бросать по воротам и добивать ее, что, в принципе, у нас получалось. Но, повторюсь, вот 4-й гол соперник хорошо попал. Там на один гол мы пропустили больше. Но благодаря действиям тройки Юдин, Репин, Шумилов сегодня возникали такие хорошие моменты, их было много, там и Юдин в перекладину попадал, в принципе, могли сегодня выигрывать. Ну, конечно, могли. Еще раз говорю, что во втором периоде было два хороших момента для взятия ворот у этой тройки, поэтому, ну вот, не забиваешь ты, забивают тебе там. И в третьем периоде Кирилла Шумилова был момент. Но это игра, поэтому сделаем выводы и готовимся к следующему матчу.